вопрос. Можно ли понять, бывает ли у нас иногда два желания, иногда мы говорим про намерение, и вообще не можем управлять желаниями? Какая разница между желанием и намерением? Есть отличие. Я хочу, и я намереваюсь. Это два отдельных разных действия. Я хочу, это означает, что я уже понимаю, хочу, желаю, я держусь за это, действую в этом. Это означает некое желание, желание получать то, чему есть место, кли, сила. А второе? Намерение. А намерение — это когда я... Желание, возможно, есть какое-то, но желание, связанное с намерением, только в неживом уровне. Когда он чего-то хочет, что-то подразумевает, нет у него еще разницы между желанием и намерением. А потом, когда он растет, развивается, есть намерение и есть желание. Это как мы наблюдаем на детях, так они растут. А потом они становятся более хитрее. Появляются разные намерения, разные желания, несколько желаний, ну и так далее.